И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Максим, Какомелеон, Санек, Форевер, Ира, Дэн, Санек, Венера, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Ребята, сегодня у нас очень классный гейммод, называется Трэш. Я должен скидывать пацанам всякие разные предметы, их будут сдувать ветром и уничтожать, а они при этом должны уклоняться. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а я начинаю фигачить на них все, что вижу перед глазами. Поехали. Ну что, ловите машину. Первая тачка пошла. Вот смотрите, она полетела туда. А, кстати, у меня тут специальная перегородка такая, я не вижу, кто там вообще и как уклоняется. Хорошо. Быстрее, погнали, у меня 2 минуты осталось для того, чтобы всех уничтожить. Ой-ой-ой, пацаны, там что-то вам летит. Живые, да? Хорошо. Ой-ой-ой, сколько сразу уничтожил. Один остался. Так, еще скидываем. Все, всех убил? Один. Я живу. Сейчас, ребята. Один не один, но я его сейчас зафигачу. Тачку держи. Забор там, забор немножечко летит. Нормально пойдет. Пойдет? Живой? Да. Во, да, ребята, пошел, короче, спейшал. Специальная техника убивания. Там КамАЗ полетел. Ой-ой-ой. Небольшой. Че? Живой? Не, все нормально. Да, я живой. Нифига себе, ты ч... О, ребята, я смог всех убить, поэтому обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал для того, чтобы в следующем раунде я затащил, потому что сейчас буду выживать я. Так, кто у нас сейчас скидывает? Я сейчас буду скидывать. Ну давай, мы в тебя верим, ты сможешь. Ну сейчас вам будет хана. Ой, ребята, сейчас реально будет жестко. Надо стоять в самом конце, потому что только здесь можно увидеть, когда она будет лететь и успеть уклониться. Ты что, гранаты меня убил? Да. Да ты что, издеваешься? Я только начал их... Ребята, они надо мной издеваются. Вот давайте понаблюдаем за Максимом. Вот он, скидывает предметы. Ах ты, какой хитрый. А я могу потом сразу переключаться, да, на пацанов? Да. Давайте посмотрим, что он сейчас там будет делать. Он, короче, их немножко подфриживает, а потом резко хочет все расфризить, и они все полетят вниз. Смотрите. Ой-ой-ой, сразу троих убил. Ой, хорош. Ребята, вот это... Уклоняйся. Молодец. Хорош, молодец. Ой, блин. Ай-яй-яй, придавила лапу. Ты всех убил, что ли? Да, я молодец. Ребята, ну вы настолько знаете, вначале у нас идут как бы пробные раунды. А да? Потом пацаны уже прилабываются, и все лучше и лучше. Кто тут своим говном вымазал прицеп, вот скажите мне. Это... Так, теперь надо следить, чтобы этот подлец опять гранату не кинул. А это уже другой. Ой, а он так, такую же тактику использует. А, я понял. О, граната. Ловите. Ай-яй-яй, 60 хп осталось. Давайте, да иди ты в задницу за своими гранатами. Страшно. Очень страшно. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Смотрите, летит запорожец. Ай, блин, это жесть. Опять всех придавило. Они еще живые есть у нас, пацаны. Так. Ой-ой-ой, холодильник! Вонючий ящик! Еще один холодильник! Молодец, уклонил! Фура летит! Прикольно! Ребята, мне этот режим очень нравится. Надеюсь, вам тоже она зайдет. Вы смотрите наш ролик и немножечко улыбаетесь. А, это Ира сейчас играет. Ребята, с нами девчонка сегодня записывает, представляете? Просто нет микрофона. Стреляй. Пистолет доставай, стреляй. Все, нет пропов, да? А вот еще проп летит. Смотри, сейчас убьет! Ира, молодец! Молодчинка! Хорошо сыграла. Так, кто у нас там следующий? Гусанек, сейчас ты будешь? Я. Так, хорошо. Пацаны, вы можете каждый встать в очередь и успеть поиграть. Кстати, нас сегодня записывают 10 человек. Ну что? Давай, ну что, кольчик. Запорожец? Так, ребята, надо сконцентрироваться, внимательно уклоняться. Не толпить. Бочка! Бочка, да что ж такое, блин? Когда много людей, конечно, тяжеловато уклоняться. Он спрыгнул. Я Все, ребята, это тот раунд, когда Гусанёк реально проиграл. А в тех сериях говорил, я лучший игрок. Не по этому же режиму. Ну все, не надо отмазываться, плохо я сыграл, все. Машина летит! Хорош. Я выжил с первого. Вот, ребята, о чем я и говорил. Ну блин, придавила, Дэн, ну что ты такой псих? Так, пошла, еще. Ой, бочки полетели. Ой. Слышь, прикольно, трупом задержал бочку. Видели этот интересный моментик? Классно. Вот это веселый режим. Газета убила, это вообще нормально? Все, выиграл. Хорош, Дэн. Умер последним. Что, сейчас опять Максим будет? Да. Вы что, там по кругу сговорились, что ли? Блин, ну я хочу выжить каким-то образом.
А я никак туда не подлезу. Опять этот подлец гранат. Ой! Ой, что это? Отойдите! Отойдите! Что вы мешаете? Пошла бочка. Ой, вонючие эти штуки. Конус. Конусы убийцы! Конусы убийцы! Ух, я увидели, как перепрыгнул в последний момент? Тачка, тачка! Тележка. Дима, это твоя тачка. Ящик, вонючий ящик. Ящики летят. Осторожно. Ящик, холодильник. Холодильник, холодильник. Холодильник, вонючая телега. Бочки, бочки. Вот это жесть, что творится. Ты неадекватный, что ли? Вот скажи. Я поехал. Машины! Машины! Нет, уклонился! Ай. Да это нереально выжить! Да это... Вот это самая читерская фишка, когда можно одновременно все тачки скинуть и все умирают. Там нереально выжить, никак. Опять? Рандомная тачка летит. Садимся. Ой. Москвич, да я... Алина прям в него зашел. Вот, это хорошая тактика сейчас за тачку сесть. А лучше на нее сесть, потому что если эту машину придавить, тебя убьет. Не-а. Он один остался, что ли? Как не, а не, вот еще есть. Давайте будем камера, когда летит, прикольнее смотреть. Так. Чё это сейчас только что было, полет на машине? Вот это сейчас хорошая тактика на запорожцах стоять сбоку. Во! На фуру, пацаны, залазьте. На фуре можно будет выжить. Прихлопнуло. Знаки пошли. Вонючие. Ух ты, блин! Прямо на него набежал. Это было эпично. Так, сейчас Санёк, а потом я. Надо ждать, пока он снимет машину. Ты убил его? Не, ну я считаю, это нечестно. Они сговорились, чтобы меня всегда добить. Все нормально, все нормально. Просто осознай, что ты очень плохо играешь. Все. Самого сильного свергаем. Ну что, пацаны, вы готовы сейчас жестко поумирать все? Я готов. Да, конечно. На. 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 Такси приехало. Отойдите. Ой-ой-ой. Ну так все. Просто все. Толп... Меня стопят люди из-за этого мира. Столпотворение. Санёк остался. Нет его. Все. Ребята, это самая быстрая победа от Димаса. Быстрее еще никто не выигрывал. По-моему, я больше забрал. Напишите, ребята, в комментариях, кто быстрее выиграл, я или Максим. Со мной такое придумали теперь, и теперь давайте револьверим его. Давай. Вы, Санёк, что ты психуешь? Ну плохо играешь в этот режим, ну что? Смотрите, уклонился! Всех прихлопнуло просто! Текстуры. Ого! Неплохо. Подстрелить. Ого, сейчас фура полетит. Давайте посмотрим, как это внизу смотрится. Ого. О, фура придает. А как тут? Еще двое. Ой, холодильник летит! Молодец, хорош. Еще летит! Непонятно, куда он полетит. Ай, тачкой убила. Санечек, давай, мы в тебя верим, ты сможешь. Санек, ну блин, по голове. Это, блин, тупая физика просто. Да ну че ты злишься, ну нормально проиграл. Ну, красота же какая. Бочки, бочечки, хорош, уклонились. Так, надо заранее смотреть, где он их фризит. Три фуры сейчас сразу будут лететь, пацаны, это очень плохая новость для нас. А если вот так сесть, вот так вот в уголочку, может, мне повезет? Сейчас еще один. Ой-ой-ой-ой. Да ё... Все, всем пока. Нет, не всем. Ай, твои пропы криво все ли... А нет, не все. Санёк, ты опять остался? Иди на пропы залазь. Так, давайте посмотрим, как Гусонёк сейчас остается и будет психовать. Смотрите, сейчас Гусонёк умрет. Так, молодец, хорошо уклоняешься. Смотрим, смотрим, правее, смотрим. Правее, правее стоит. Да. Давай комментарии твои. Где ты? Мы так выигрывали. Кстати, ну сейчас время пройдет, и он затащит. Я в шкафу прячусь. Ну, 2 минуты 40 секунд, и Максим, ты проиграл в этой серии, как и Гусанёк. А, правее. Стреляй. Есть! Есть! Кинуть нечего было. Да нормально все, ну что ты? Ну не злись. Вот это их сдувает нереально. Лови эту штуку. Ого! Вот это я поймал. Блин, хотел другому пожелать счастья. И сам на это попал. Тупая физика пропов. Да какая тупая физика? Да что вы это? Классная физика. Мне нравится она. О, Uber приехал. О, пацаны, кому такси? Интересно, я прошу тактику. Вот! Вот это сейчас за бочку, можно и за машину как туда залезть. Во, так вот. Вот это хорошая тактика. Ну, сейчас это должен выиграть, по идее. Давайте посмотрим, как его придавит. Нет. Нет. А нет, все, я живу. Нет, все.
Блин, туда молочек, его. Давай сейчас, кто у нас там опять скидывает. Надо попробуем залазить. Я один остался живой? Да. Ну-ка, давай, тупая физика проб, убей Максима. Не надо. А вот Максим у нас сидит, давайте. Максима, мочите. Ну, бочкой! Почему я не знал? Блин, классно. Бочка. Бешеная бочка. Машина. Машина. Бочка. Тупая физика пропов. А что вы? Не передумай ерунду. Это моя фраза. Я сбежал, она меня убила. Бочки та... Ай-яй-яй. Да, тут везение должно быть на 100%. Потому что выкрать тяжело. Эй, вы что спрятались? Но... Тут даже прятание, видишь, не сильно срабатывает. А что за машина спрятался? Фу. Ого. На, пацаны. Ой. Кстати, да, все, забаррикадировала его. О, еще лучше, сам себе хуже сделал. Ну все, я так думал, что Страшмен опять проиграет. Все, ты уже их не убьешь пропами, тебе придется спрыгивать. Блин. Ну хотя... Хотя? Нет. Он спрыгнул? Нет. Пацаны, лучше ныкайтесь там еще. Предмет после может отскочить или кувыркаться начать. Ого. Так, двое у нас, да, осталось? Гусанек и Кокамелон. А еще у нас еще один Санек. Два Санчеса. Ух ты, блин, опа. Я аж испугался громко тогда. Ух ты. Бочка взорвалась. Так, у нас Санек остался. Короче, я хотел западло сделать всем, стрельнул в бочки. Я не думал, что такая цепная реакция будет. Я думал, я буду. Ты молодец. Сразу видно, доброжелатель. А все, ну что, все. Придется опять спрыгивать. Сейчас смотри, по голове. Да, тебе. Ну все, это победа. Это Санек уже выиграл. Ты сейчас второй раз он выиграет, что ли? Прыгивай, все. Давай, конус хватай, кидай в него. Конус хватай. Что ты? Да. Санек, ты молодец. Ты уже сколько раз подряд выиграл. Я знаю. Два раза. Я еще в первый раз снимаюсь. Вообще красота. Ребята, видите? Любой может попасть в наш ролик. Главное, что залететь в наш Дискорд. Ссылочка где у нас, пацаны, находится? В описании. В описании. Мистера в описании. Ой-ой. Почти. Это за что? Тихо. Ух ты. Ой-ой-ой. О, правильно. Вот это хорошая нычка за ящиком. Вешеный конус. Да тупая физика просто. Да тупая физика. Я победил. Да ладно. Ай-яй-яй, да за что? Да вы сумасшедшие, что ли? Я победил. Так, опять Ира у нас играет. Видите, пацаны, и девчонки тоже могут записываться. Было бы желание. Пошла тачка. Такси, пацаны, едет. Не надо такси. Ух, как мне это повезло. Как мне повезло. Приехали. Бизнес-класс. Я выживу. Есть. Повезло. Ты еще жив, Санёк? Повезло. А, только Санёк и Дэн? Все? Гранату кидай. Иди. Не надо гранату. Ты кого? За кого? За нас или за них? А вот Дэн. За обои. Да что там, блин, у вас происходит? Ого. Я офигею, если снова выиграю. Стоу! Ой, тачка. Ты просто хорошую тактику выбираешь, Санёк. Так, у нас Дэн сейчас выиграл. Санёк и гусь Санёк. Пацаны, револьверы берите, сейчас он выйдет, будем по нему стрелять. Вот это мы тут забаррикадировались, вообще жестко. Сейчас он уже стрелять будет. У него там мало пропов осталось? Да. Ай-яй-яй. Умер? Санёк, мы с тобой вдвоем остались. Реально? Да, я за тебя в машине сижу. Я болею за гусь Санька. Аккуратно. Меня деревяшка убила. Ой-ой-ой. Тут творится. Гусь Санёк, ты победил. Ух ты. А, блин, я испугался. Ух ты. Ребята, опасно, очень опасно. Бочки. Ух, хорошо, что они на голову не упали нам. А все, предметов нету. Все? Да, придется и спрыгивать сейчас. Выходи из шкафа. Ждем. Ну все, давай спрыгивай. Я тебе давай на кулаках. О, давай на кулаках, согласен. Ну хочу забор оторвать. Давай, спрыгивай. Я жду. Давай, Санек.
Жесткое месиво. О, меня убило пропом! Да как он же стоял на месте! А хорошая механика. Да бред, ну все, тупая механика пропом. Блин, это самая глупая смерть. Вроде бы затащил. Но я буду считать, что мы выиграли. Если сейчас Гусонек выиграет. Не, мне кажется, Гусонек... Давай, доставай револьвер и играй, выиграй. Хороший. Классно! Если понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока. Пока, ребят. Всем пока.